Сегодняшняя игра сложилась таким образом, что обе команды хотели выиграть, но мы показали, что у нас есть команда, коллектив с характером, со стержнем, которая добилась тяжелой волевой победы. Выигрывали 1-0, потом вышли на второй тайм, пропустили 2, но не расклеились, собрались с мыслями, с духом, добавили в скорости на флангах, и пошли у нас моменты. Ну, реализация чуть-чуть подкачала нас, а в принципе, по желанию, работоспособности, нету вопросов до команды вообще никаких. А вот уже по самой структуре игры будем смотреть, разбирать, показывать ошибки, которые мы допустили. У нас их было много сегодня, этих ошибок в перестроениях. И будем двигаться дальше. Мы полностью разобрали игру соперника Николаева, знали их сильные, слабые стороны. То есть ничего нового они нам сегодня не продемонстрировали. Но просто немного, ну, конечно, не хватило нам вот тактической такой выучки, вот, чтобы это все использовать. Много ошибок было в передачах, вот, и вот так вот мы ехали за победой, и мы ее добились. И замена произошла по ходу игры, потому что Андрей Домбровский с карточкой играл. Судья его два раза предупредил. Вот, и мы просто решили, тренерский штаб решил заменить и поберечь Андрея. Вот. А замена оправдала себя. Человек вышел, реализовал свой момент, который должен реализовывать нападающий.